İlk fırçayı. Evet. Да, останься, за ней.
хочу смороз. Сказали, нельзя. Честь. Угу. Уважаемые гости, дорогие друзья, просьба собраться в зале номер 4 для начала официальной церемонии открытия выставки. Пожалуйста, проходите. Уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги-художники, сегодня в залах Центра современного искусства Чувашского государственного художественного музея мы имеем честь открывать выставку «Весна-2021», приуроченную 800-летию Александра Невского. Сама тема духовности, тема традиций, стяжательства, она очень непростая тема. А ведь мы прекрасно понимаем, что художники – это стяжатели духа. Не зря официальное открытие мы нашего открытия проходит на фоне произведения кисти нашего мэтра Ревеля Федоровича Федорова в роли Михаил Александрович. Это уникальное явление в российском искусстве, равных Врубелю нет. Он уникален, он единичен, поскольку он заглянул в самые глубины души русской. И вот эти традиции, которые есть в русской культуре, они сильны своей преемственностью. И вот на этой выставке представлены работы 67 авторов, среди которых есть молодые художники, что нас очень радует, поскольку сила творческого объединения в преемственности, а вот эта преемственность, естественно, присутствует. И когда мы, будучи членами выставочного комитета, отбирали произведения, жестко подходили к качеству работ состоявшихся художников, наверное, более жестко, чем к молодым. Наверное, где-то так мы их, можно сказать, щадили, поощряли, но справедливости ради, все работы, которые прошли на эту выставку, они абсолютно достойны. И молодцы, молодые авторы. У нас 3 новых члена Союза художников в Москве, они прошли испытания. И много молодых авторов, которые претендуют на звание члена Союза художников России. И это очень добрая традиция. Итак, сегодня в Центре современного искусства мы открываем выставку под названием «Весна-2021», где представлено более 160 произведений. Сейчас я хочу предоставить слово министру культуры, конфиденциальности и архивного дела Чувашской Республики Светлане Анатольевне Кальченко. Когда приезжают туристы, основная достопримечательность – это вот как раз
монумент матери, который, автором которого являетесь вы, и потрясающая работа, конечно, вот в этом году мы были в Ильбарусово, потрясающая работа Владимира Владимировича, посвященная этой трагедии. Ну что, сейчас у нас весна, мы готовимся к самому главному празднику нашей республики. Через месяц мы отмечаем День Чувашской Республики, 101-я годовщина. И вот эта выставка, она будет работать до Дня Республики. И станет одной из точек притяжения, и, может быть, даже одной из основных и главных точек притяжения дни празднования Дня Республики. Потому что у нас будет очень много гостей, нам есть чем гордиться, а наши художники – это соль земли чувашской. Мы гордимся вам, мы вас очень любим, мы вас очень ценим, и очень надеемся, что ваша работа будет способствовать тому, что наши молодые люди, девочки, мальчики, которые здесь молодые, ребята, которых здесь очень много, они будут учиться смотреть на нашу землю, ну, по-другому. Они увидят красоту нашей земли по-новому и будут создавать уже свои произведения, опираясь на работу мэтра. Удачи этой выставке, спасибо всем художникам и добрый путь. И, дорогие друзья, у меня есть сегодня такая приятная миссия за достижение в культуре. Нагрудный знак Министерства культуры по делам национальности архивного дела Чувашской Республики награждается Федосеев Александр Михайлович. Здесь Александр Михайлович здесь. Мы передадим, да, конечно же. И да, медаль. И также нагрудным знаком Министерства культуры Капитала национальности архивного дела Чувашской Республики за достижение в культуре награждается Кузина Валентина Викторовна. Валентина Викторовна, подходите. Валентина Викторовна. Так, ваши документы. Я думаю, что это... Ну, я как ассистент. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Позвольте. Сейчас. И, по крайней мере, на сегодняшний день вы точно его не снимете. Для тебя отец уже на признал вам пачку. Поздравляю. Спасибо. Благодарна министру, потому что, несмотря на свой очень сложный график, она нашла время посетить нашу выставку. Спасибо, министру. Спасибо огромное. Я сейчас хочу предоставить слово человеку, на плечах которого очень много хлопот, очень много забот, не только материальных, но и моральных, духовных, эмоциональных. То есть это, можно так сказать, наш папа. Слово председателю Союза художников Чувашской Республики, народному художнику Чувашской Республики, заслуженному художнику России, Нагорному Владимиру Афеевичу. Добрый день, коллеги. То, что сказал Геннадий Васильевич, это действительно правда, что на этом поприще это действительно вот занимает очень много времени. Нужно до каждого довести, до каждого дойти, каждого понять и организовать в Союзе художников, чтобы у нас была атмосфера такая дружелюбная. И, значит, сохранять вот ту преемственность, которая создана. И я вот понимаю, что у нас в Союзе художников собрались вот. А если вы устраиваете, я покажу, что
Доброго дня!
планировала, конечно, выступать. Очень приятно, да, что Чебоксары культурный город, много присутствующих, для этого очень радует. И вот приглашаем на наши субботние, значит, такую выставку одного дня, которая вот пройдет еще по 2 часа. И люди, и вот эти холсты, которые написаны Чебоксарами, разъедутся по всей России. Это, конечно, очень приятно. Это какая-то поддержка, в том числе и на нашей культурной жизни, скажем. Мне бы хотелось, конечно, чтобы гости поделились своими впечатлениями о нашем городе, о нашей деревне. Скажем, вот Александр Бугаев, он представляет московское отделение, да, представляет художников.